Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем с вами вот этот вот мотив, вот такой вот красивый мотив для круглой кокетки, для джемпера. Вот этот вот разбор джемпера делать не буду сейчас в этом видео, только именно мотив этого узора по просьбам вашим. Если у кого есть получше качество фотографии этого джемпера, пожалуйста, пришлите мне, потому что узор я сделала так, как смогла, но подозреваю, что там еще вот под вот этими закрытиями что-то там еще есть, то ли шишечка маленькая, не знаю. Очень плохого качества видео, фотографии, поэтому я сделала вот так вот, как без вот этих, а возможно там просто так кажется, вот не знаю, девчонки. Ну, в общем, сделала как сделала, но сам мотив очень красивый. Так, дальше там, конечно, с резинки начинается, резинка крученная 1 на 1, и вот между ними полосы 2 на 2. В общем, вязать я буду вот такой вот один мотив. Видео коротким не будет, потому что вязать буду без подрезов, то есть без вырезания, и все в реальном как бы времени. Вот, чтобы вы могли, если вдруг вы вяжете этот свитер, вязать, допустим, включить видео, у вас же будет по кругу, то есть этих рапортов будет много, провязать один ряд, остановить, провязать второй ряд, остановить, то есть просмотреть, провязать раппорт, остановить и вязать по кругу, то есть чтобы все было как бы понятно пошагово, и как бы вы шаг за шагом при вязании пловера могли этот раппорт повторить, ну, связать, да, по этому видео. Итак, значит, еще я нарисую схему сейчас параллельно, как буду вязать. Естественно, рисовалки свои я здесь выкладывать не буду, это я буду просто проверять себя. В общем, схему выложу в Инстаграме, и если нужно, ВКонтакте и в Фейсбуке, в группе. Все ссылки есть под видео в описании, кому куда удобно. Она, схема, будет на 2 листах, поэтому сообщество в Ютубе выложить не смогу, там берет только 1 фотографию. Вот, поэтому схема будет во всех социальных сетях. Итак, раппорт у нас состоит из 26 петель. Здесь у меня 28, кромочная и кромочная я не считаю, я их не буду даже озвучивать. Я озвучиваю 26 петель раппорта. Вот они, 26 петель, это вот так вот. Здесь у нас 2 изнаночные, вот на 1 изнаночной это раппорт, и здесь 1 изнаночная. Вот они, 26 петель. Соответственно, потом это все дело будет сокращаться. Начинаем мы с 26 петель. Вот, еще скажу, если хотите разбор этого джемпера, то, конечно же, пишите, я расчерчу. Вот, и постараюсь, возможно, даже рассчитать по вот этой вот плотности, сколько косичек там, допустим, нужно, поэтому пишем. Если действительно нравится эта модель, то пишите, и кому непонятно. Значит, первый ряд: изнаночная, лицевая, изнаночная. Видим, да, лицевую я поворачиваю, чтобы была скрученная. Вторая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночную провязываю, как обычно, лицевую провязываю скрученной в лицевом ряду. Если вяжете в круговую, то, соответственно, второй ряд вы вяжете по узору точно так же. Вот, видим, да, здесь 1 половинка узора из 6 лицевых петель, между ними изнаночным, отделенная 2 изнаночными, 2 изнаночные, и далее 2 половинка точно так же, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 1 изнаночная. 1 у нас здесь. И если вяжем дальше, то, соответственно, здесь у нас 2 изнаночные. Но опять же, это раппорт 1. Изнаночный ряд вяжем по узору, как лежат петли. Лицевая, изнаночную вяжу за заднюю стенку,
видно, да? Лицевую обычно. Если хотите и изнанку перекрученную, то крутите все и в лицевом, и в изнаночном ряду. Я решила так, что здесь у меня будет обычная петля, а с лица будет перекрученная. Вот. Что еще хочу сказать по поводу круговой вязки. Значит, вяжем как первый ряд, девчонки. Далее у нас узор не только в лицевых рядах будет, а и в изнаночных. Поэтому все нюансы кругового вязания я по надобности буду озвучивать. А вообще, ну, в принципе, я думаю, оно и понятно будет, что по узору. Ну, в общем, я постараюсь озвучивать там, где не забуду. Так, итак, вот эту резинку мы вяжем. То есть резинка у нас, видите, такими секторами, между ними по 2 петли. Вот. В оригинале тоже эту резинку мы вяжем сколько там нам нужно, да, по длине, там, по длине рукава. Далее, вот когда начинается сам узор, что мы делаем? Значит, одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 5 лицевых мы здесь провязали. Далее вот эти вот 2 изнаночную и лицевую провязываем 2 вместе с уклоном вправо, таким вот образом. Их же мы будем провязывать в изнаночном ряду. Если как будем провязывать, я покажу. Если будете вязать четвертый ряд в круговую, то точно так же будете делать. Значит, 2 с уклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 с уклоном влево, лицевой, и далее по узору: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, третий, это третий ряд. Так, четвертый ряд: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть если смотреть по лицевым, то 1 2 3 4 5 лицевых, между ними 4 изнаночные. У нас это ориентировочная. Значит, здесь, если вы вяжете в круговую, то у вас здесь накид провязывать лицевой петлей, далее накид, 2 вместе, вернее, здесь 2 вместе, накид, лицевая, здесь накид, лицевая, 2 вместе. В изнаночном ряду, если поворотные ряды, схема будет нарисована поворотными рядами, так как я показываю. Меняете местами, вторую ставите поверх первой, сзади вторая, и провязывайте 2 вместе изнаночной, накид изнаночной, и делайте накид, 2 лицевые, накид, этот накид провязываем изнаночной, и 2 вместе изнаночной. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Пятый ряд: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, здесь 2 вместе лицевой с уклоном вправо, лицевая 1, лицевая 2, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, и 2 вместе лицевой с уклоном влево. Далее по узору: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая,
изнаночная и кромочная. Здесь после сокращения 4 лицевые и 4 изнаночные, для понимания. Теперь шестой ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь снова меняем местами вторую поверх первую, первой, и провязываем 2 вместе изнаночной. Если это в лицевом ряду, то 2 вместе лицевой. 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой, изнаночной. Ой, 2 вместе изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, 6 рядов. Если 6 ряд вы вяжете по кругу, то здесь у вас получается изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе с уклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот, 7 ряд. Так, 7 ряд. Изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, лицевая, значит, здесь у меня в седьмом ряду у нас 3 лицевые и 3 изнаночные. Далее 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе с уклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 8 ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Ой, значит, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе изнаночные, меняем местами. Пять изнаночных, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, накид, 5 изнаночных, 5, 2 вместе изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так. Если у вас четный ряд лицевой, то тогда у вас изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе с уклоном вправо, 5 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, 2 вместе с уклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это если четный ряд в круговую. 9 ряд. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Нет. 4. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 2 вместе с уклоном вправо. 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Накид. 2 изнаночные. Накид. 6 лицевых. 3, 4, 5. 6, 2 вместе лицевой влево, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 10 ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной, меняем местами.
Здесь у нас уже, по-моему, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 лицевые, накид, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. Если это круговой ряд, то у вас в круговом ряду четном получается изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе с уклоном вправо, 7 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, 2 вместе с уклоном влево, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, 11 ряд, изнаночная, лицевая, 2 вместе с уклоном вправо, здесь у нас уже 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, 2 изнаночные, накид, 8 лицевых, 2, 3, 4, 5 6 7 8, 2 вместе с уклоном влево, 1 лицевая и 1 изнаночная. Так, 12 ряд, 1 лицевая, здесь 2 вместе лицевой и изнаночной, и мы меняем местами. Далее 9 изнаночных, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 2 лицевые, накид, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2 вместе изнаночные и 1 лицевая. Если это лицевой ряд четный, круговой, то у нас 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 9 лицевых, накид, 2 изнаночных, вот накид, 9 лицевых, 2 вместе с уклоном влево и 1 изнаночная. 13 ряд мы вяжем по узору. 1 изнаночная, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 изнаночные и 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 изнаночная. Если 14 ряд, вяжем по узору, будь он изнаночный, будь лицевой. Если лицевой, изнаночная, 11 лицевых, 2 изнаночные, 11 лицевых, 1 изнаночная. Если изнаночный, то 1 лицевая, 11 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 2 лицевые, 11 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 1 лицевая. Далее 15 ряд, 1 изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 вместе лицевой, здесь я поверну вот так вот с уклоном вправо, здесь у нас уже идет на убавление, тут в первом ряду накида не будет, изнаночные, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 9 лицевых, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 1 изнаночная. 16 ряд. 1 лицевая, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 вместе изнаночные, опять же местами, вот местами меняем только в изнаночном ряду, при том вот это первый переброс, второй уже не делаем. Так, 2 вместе изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе изнаночные, 8 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 лицевая, если это лицевой четный ряд 16, то у вас 1 лицевая, 8, ой, 1 изнаночная, 8 лицевых, 2 вместе с уклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе с уклоном влево, 8 лицевых и 1 изнаночная. Так, 17 ряд, 1 изнаночная. 6 лицевых, 6 или 7, 6, 2, 3, 4, нет, 5, 6, 7, девчонки, лицевых, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе лицевой, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 изнаночная. 18 ряд, 1 лицевая, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночные. Изнаночные, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные и 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 лицевая. Если это лицевой четный ряд 18, то у нас изнаночная, 6 лицевых, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе, 6 лицевых, 1 изнаночная. Так, 19 ряд. Изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 4, 5, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, накид, последняя изнаночная, господи. 19 ряд, 20 ряд. 1 лицевая, 4 изнаночные, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные, меняем местами, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, накид, 4 изнаночные, 3, 4, 2 вместе изнаночные, 4 изнаночные, 1, 3, 4, 1 лицевая. Если это четный 20 ряд в круговую, то у нас изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые, изнаночные.
Так, 21 ряд, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 5 лицевых, 1 накид, 2 изнаночные, 1 накид, 5 лицевых. 5, 2 вместе лицевой, 3 лицевые и 1 изнаночная, кромочная. 22 ряд, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, ой, 2 вместе изнаночной. Здесь у нас 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 2 лицевые, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 1 лицевая. Если в круговую, то изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 6 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 6 лицевых, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 1 изнаночная. 23 ряд, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 1 лицевая, изнаночная. 24 ряд, 1 лицевая, 2 вместе изнаночные, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, 2 лицевые, накид, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая. Если это 24 лицевой ряд, то у нас что здесь? 1 изнаночная, 2 вместе, 8 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 8 лицевых, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. Так, что у нас далее? 25 ряд. Он у нас по узору, как лежат петли. 1 изнаночная, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 8, 9, 10 лицевых, 2 изнаночные, 10 лицевых, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1. Так, 25 ряд я провязала по узору, 26 ряд. Тоже по узору, лицевая, десять изнаночных, десять, две лицевые, десять изнаночных.
1 лицевая, изнаночная. Если это лицевой ряд, ну, круговой лицевой, то это 1 изнаночная, 10 лицевых, 2 изнаночных, 10 лицевых, 1 изнаночная. 27 ряд. 1 изнаночная, 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе лицевой с поворотом направо. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с поворотом влево, 8 лицевых, 1 изнаночная. 28 ряд. 1 лицевая, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе изнаночной меняем местами. Накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе изнаночной. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 лицевая. Если это лицевой ряд 28, то это 1 изнаночная, 7 лицевых, 2 вместе, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе, 7 лицевых, 1 изнаночная. Так. Двадцать девятый ряд. Так, 29 ряд, изнаночная, 6 лицевых. 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с поворотом вправо. Лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе с поворотом влево, 6 лицевых. И 1 изнаночная. Так, 30 ряд. 1 лицевая, 5 изнаночных. 4, 5. 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные. Накид, 2 лицевые. Накид, 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные. 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. 1 лицевая. И если смотреть это в круговом изображении, то это 1 изнаночная, 5 лицевых, 2 вместе. 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе, 5 лицевых, 1 изнаночная. Тридцать первый ряд, 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе с поворотом вправо, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе, 4 лицевые. И изнаночная. 32 ряд. 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные. Ой,
Это что за накид у меня? Девчонки, там нет накида. Смотрите в схему. Я как-то ошибочно. Здесь 4 изнаночные. Накид. 2 лицевые. Накид. 4 изнаночные. 2 вместе изнаночные. 3 изнаночные. 1 лицевая. Если это лицевой ряд, вот в предыдущем ряду здесь не нужно накида, девчонки, я прошу прощения, что-то задумалась. Так, если это 32 ряд лицевой, но четный, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые, 1 изнаночная. У меня здесь схема, я ее продвигаю. Так, 1 изнаночная, 2 лицевые. Так, 33 ряд, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, 2 вместе, 2 лицевые, 1 изнаночная. 34 ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночные, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 6, накид, 2 лицевые, накид, 6 изнаночных, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночные, 1 изнаночная, 1 лицевая. Если это ряд лицевой, то у нас 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе, 6 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 6 лицевых, 2 вместе, лицевая, изнаночная. Так, 35 ряд. 1 изнаночная, 2 вместе, лицевой. 7 лицевых. 5, 6. 7, накид, 2 изнаночные, накид, 7 лицевых, 2 лицевых, 1 изнаночная. 36 ряд по узору. 1 лицевая, 9 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 лицевые, 9 изнаночных, 1 лицевая. Если это четный лицевой ряд, то это 1 изнаночная, 9 лицевых, 2 изнаночных, 9 лицевых, 1 изнаночная. Так, 37 ряд, 1 изнаночная, 7 лицевых, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с поворотом влево, 7 лицевых. 1 изнаночная, 38 ряд, 1 лицевая, так, 6 изнаночных, 1, 2, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе изнаночные и 6 изнаночных.
1 лицевая. Если это 38 ряд лицевой, то это 1 изнаночная, 6 лицевых, 2 вместе накид, 2 изнаночных накид, 2 вместе 6 лицевых и 1 изнаночная. Так, 39 ряд, 1 изнаночная, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе, 5 лицевых, 1 изнаночная. И 40 ряд, 1 лицевая, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 4 изнаночные и 1 лицевая. Если это круговой ряд, то это 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые, накид. Ой, изнаночные. Так, 41 ряд. 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе с уклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые, 1 изнаночная. 42 ряд, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 4 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные и лицевая. Если это 42 лицевой ряд, учетный, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 1 изнаночная. 43 ряд, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, лицевая, изнаночная. 44 ряд, лицевая, 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 6, накид, 2 лицевые, накид, 6 изнаночных, 2 вместе изнаночные и 1 лицевая. Если это четный круговой ряд, то здесь у нас изнаночная, 2 вместе лицевой, 6 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 6 лицевых, 2 вместе лицевой и изнаночная. 45 ряд мы вяжем по узору, изнаночная,
Так, здесь у нас 8 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные, 8 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная. И 46 ряд. Лицевая. 5 изнаночных. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночной, 2 лицевые, 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 6 и 1 лицевая. 46 ряд, если он в круговую, то это изнаночная, 6 лицевых, 2 вместе, 2 изнаночные, 2 вместе, 6 лицевых и изнаночная. Так, и 47 ряд, изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых и 1 изнаночная. 48 ряд, лицевая, 4 изнаночные, 4, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид, 2 лицевые, накид, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 2, 3, 4, 1 лицевая. Если 48 ряд круговой, то у нас здесь 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе лицевыми, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе, 4 лицевые, 1 изнаночная. Так, 49 ряд, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 1 изнаночная. 50 ряд, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные и 1 лицевая. Если 50 ряд у нас круговой, то изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 изнаночная. 51 ряд, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 1 изнаночная. 52 ряд,
1 лицевая, 2 вместе изнаночной, 5 изнаночных, накид 2 лицевые, накид 5 изнаночных, 2 вместе изнаночная и лицевая. Если 52 ряд в круговую, то это изнаночная, 2 вместе, 5 лицевых, накид, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой и изнаночной. 53 ряд по узору, 1 изнаночная, 7 лицевых, 2 изнаночные, 7 лицевых, 1 изнаночная. Так, 54 ряд. 5 лицевая, 5 изнаночных, 4, 5, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе изнаночные, 5 изнаночных, 1 лицевая. Если это круговой ряд, то 54 изнаночная, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 1 изнаночная. 55 ряд. Изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, изнаночные. 56 ряд, лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид, 2 лицевые, накид, 1 изнаночная, 2 вместе, 3 изнаночные и 1 лицевая. Если 56 ряд круговой, то изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, накид, лицевая, 2 вместе, 3 лицевые, 1 изнаночная. 57 ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые и 1 изнаночная. 58 ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночная, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 1 изнаночная и 1 лицевая. Если 58 ряд круговой, то это изнаночная, лицевая, 2 вместе, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые,
2 вместе, лицевая, изнаночная. 59 ряд, изнаночная, 2 вместе, лицевой, 4 лицевые, изнаночная, ой, накид, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе, лицевой и 1 изнаночная. 60 ряд, лицевая, изнаночная, тут у нас по узору, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 изнаночных, 2 лицевые, 6 изнаночных, 1 лицевая. Если 60 ряд у нас лицевой, то это изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1 изнаночная. 61 ряд, 1 изнаночная, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 4 лицевые и 1 изнаночная. 62 ряд, лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые. Ой, нет, 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 девчонки, тут накид. Накид, 2 лицевые. Накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные и 1 лицевая. Если это круговой ряд, то у нас здесь изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 изнаночная. 63 ряд, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе, 2 лицевые и 1 изнаночная. Изнаночный ряд, 64, лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные, 1 изнаночная, 1 лицевая и изнаночная. Далее. Так, если 64 ряд у нас лицевой, то это 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе, лицевая, изнаночная. 65 ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. 66 ряд мы вяжем по узору. 1 лицевая, 5 изнаночных, 2 лицевые, 5 изнаночных, 1 лицевая,
Если это лицевой ряд, то у нас 1 изнаночная, 5 лицевых, 2 изнаночные, 5 лицевых, 1 изнаночная. Так, 67 ряд. 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой влево, 3 лицевые, 1 изнаночная. 68 ряд по узору, 1 лицевая, 3 изнаночные, 4 извините, изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная. 69 ряд, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 воздушная петля из протяжки, изнаночная, то есть мы добавляем, но не накидом здесь добавляем, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, и здесь добавляем 1 петлю из протяжки дополнительную, изнаночная. 70 ряд, 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая. Если этот ряд лицевой в круговую, то это 1 изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Так, 71 ряд, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 изнаночные. 72 ряд, 2 по узору, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и 1 лицевая. Если он круговой, то соответственно 1 изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее 71 ряд, 1 изнаночная. Ой, 73, извините. Изнаночная, 2 вместе, 3 изнаночные, 2 вместе и 2 изнаночные. Далее мы переходим на резинку 1х1, то есть вот это вот и все, видите, уголочки мы закончили, и здесь у нас образовалось, мы добавили по одной петле, то есть вот эти промежутки, где у нас было 2 петли, у нас теперь 3 петли, поэтому мы смело можем добавить здесь 1 лицевую, и по итогу здесь у меня изнаночный ряд, я добавлю изнаночную, по итогу у меня получится резинка 1х1. Вот и все, девчонки. Вот и все. Далее довязываем резиночкой, сколько там вы, горловинку. И все. Вот на самом деле все. Конечно, длинное видео получилось. Но кто захочет связать действительно эту кокетку, с легкостью справится. Все, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.